пришел к нам мастер. Смотрите, сколько у него здесь инструментов. Обалдеть, вся комната просто, просто занята. И смотрите, самое интересное, что досочки разные, именно доски. Они же тяжелые. Тут тоже. Здесь у него целый мешок с досками. Я думала, ну какие, думаю, можно инструменты туда там нести. Оказывается, там все просто в досках. Вон. Доски. Одни доски, доски, доски. Здесь разные шурупы, шурупы. Тут всякие, смотрите, какой интересный прибор. А, тут еще дрель, шуруповер. Даже веник, смотрите, свой принес. Все свое. Вся комната забита. Даже вот лампочка есть у него своя, подвесил. Обалдеть. Полкомнаты. Полкомнаты забит. Вот так. Вот так вот работают люди. Главный инструмент, смотрите, какой он круглый. Там вот, вот тут отмеряется огромный, не знаю, мне кажется, он 20 кг весь точно. Весь металлический, весь такой тяжелый, весь такой это. Не знаю, представить сложно. Он такой весь пыльный. Даже инструмент такой есть, удивительно. Вот что значит, человек занимается очень давно дверями. Другой бы дверник пришел бы, дын-дын-дын, все установил, и все, и пошел. И потом вам в конце сегодня, в этого же ролика, наверное, я покажу, какие двери он установил, и как он, хотя, чуть-чуть сейчас я вот тут покажу вам. Вот, смотрите, как классно. Ну, наверное, еще там дальше запенит, конечно. То есть вот она. Очень классно, прям очень качественно делает, прям умничка. Так, ну все, у нас дверь, смотрите, сделали. Наш мастер пошел, 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 пошел. Несколько ходок сейчас, наверное, скорее всего, будет ходить. Он там что-то машину очень далеко припарковал. Ну да, самое главное, конечно, тот аппарат забрать. Вот, пошел, пошел снова. Хотел просто заснять именно вот с этим огромнейшим просто мешком вам показать. Мешок там с деревяшечками всякими. Оказывается, он учился у столяра в 90-х годах, но дверь ставит всего 5 лет. Но так классно поставил, знаете, прям супер. Чуточку вот позже я вам покажу, что-то как. Потерпите немножко.